так счастлив. Я тоже счастлива. У нас с тобой будет лучшая свадьба на свете. А у меня будет лучшая жена на свете. А остальное, я думаю, детали. Да как ты детали, Игорь? Ты что, забыл бутоньерку? Нет, я знаю, ты забыл кольца. Любимая, спокойно, я ничего не забыл. Обещаю, это будет свадьба твоей мечты. Тогда пообещай мне еще кое-что. Я хочу, чтобы ты мне пообещал. Крысюк, что он здесь делает? Игорь, но он 4 раза папу разводил, мы не могли его не пригласить. Папа говорит, что если бы не Крысюк, то вторая жена... Пустил бы давно уже его по миру. О, жених! Подожди. Не понимаю, что Катя в тебе нашла, но все равно поздравляю от души. Не, спасибо, не надо, деньги не нужны. Держи. Так, что я тебе обещал? Обещаю, что все будет хорошо. Пообещай мне. Ну, в общем, пообещай, что все, что у тебя было в прошлом, оно останется в прошлом. Я понимаю, что это очень наивно. У тебя было много, но... Ну, я просто не хочу об этом вспоминать. Никогда. Ты понимаешь, что я имею в виду? Эй, с кем трепишься, жених? Пока не знаю, может быть, ты мне скажешь. А я откуда знаю? Я про твоих бывших девушек. Просто я ничего не хочу о них знать. И хочу быть единственной. Кать, ты у меня единственная. А, ты с Катькой говоришь? Я обыкновенный переводчик. Я же не плейбой. Переводчик. Кать, можешь считать, что кроме тебя у меня никого не было. Хорошо, договорились. Я тебя люблю. До встречи под венцом. Я тебя тоже люблю. До встречи под венцом. А, воркуешь-то как? Посмотрим, как после свадьбы запоешь. А ты почему без галстука? Галстук, ты же знаешь, я их не ношу. Мне эти удавки сплошное несчастье приносят. Первый раз я надел галстук, когда я поступал в русское училище. И не поступил. Знаю. И папа из тебя сделал котлету. Вот именно. А второй раз я галстук надел на собственную свадьбу. Слушай, Паш, извини, я все думаю, неужели через несколько лет совместной жизни я буду знать все про Катю? Впрочем, и она про меня тоже. Ну, не знаю. А что в этом плохого? Поверь моему богатому опыту, в браке элементы сюрприза нафиг не нужны. Ну да. Ну, конечно. Боже мой, ну, конечно, скучаю. Ну, потерпи немножко. Арвар. Солнце мое, ты не забыл, у меня 8 самолетов? Мам, ну, конечно, помню. Скоро начнем. Да, с Богом, с Богом. Как? О, камелька. Ну, девушки, какие ваши годы. Ну, на правах отца невесты, прошу за мной. Да? Очень приятно. А координаты оставьте. Сейчас. Я отдаю тебе самое ценное, что у меня есть. Мою дочь. Не вздумай ее обидеть. Ну что вы, я... Ясно? Ну что вы, я Катю очень люблю и не собираюсь... Я... спросил... ясно? Ясно. Хм. Ну вот и хорошо. Тогда с Богом. Угу. Дорогие Игорь и Катя, сегодня наступил самый незабываемый день в вашей жизни. У вас есть то, что ищут миллионы, но обретают лишь избранные. Это любовь. Именно любовь соединяет сердца и помогает овладеть всеми искусствами, жизнь для счастья. Ах,
Распишитесь, пожалуйста. Так. Мужик придет. Жених и невеста, обменяйтесь кольцами. Объявляю вас мужем и женой. Люди, люди! Жених может поцеловать невесту. Люди, люди! А? Там, там! Что случилось? В чем дело? Что там? Ну что случилось? Ну, скорее, помогите ей! Скорее, вода есть? Дорогой Игорь, кажется, это тебе. Да, это я, Игорь. Дорогой Игорь, это твой сын. Его зовут Андрюша. Пожалуйста, позаботься о нем. Я знаю, что ты справишься. Ну, у кого такие шутки? М? Ерунда, он совершенно на тебя не похож. Вообще никакого сходства. А по-моему, одно лицо. Посмотрите, господа, глаза, носик, ротик. Ну вот, видите, вылетает. Да, глаза похожи. Ой, Игорь! Что за шутка? Какой? Подожди! Подожди секунду! Кать, это чья-то дурацкая шутка? Катя! Катя, открой дверь! Катя! Кать, это чья-то шутка? Это чей-то идиотский розыгрыш? Или я не знаю что, но... Кать, это не мой ребенок! Да возьми ты его по-человечески, так он тебя никогда орать не перестанет! Стой! Ой! Паразит! Подержи. Нет, давай лучше в карман залезу. Где? Здесь? Да. Прочитать? Читай. Ребенок совершенно на тебя не похож. Сдай анализ ДНК, целую, мама. Ну, материнский инстинкт. Материнский инстинкт. Знаешь, что ребенок на меня не похож? Улететь на Елисейские поля, видите ли там скидки? Ну что, после смены? А какие? Не знаю, большие, наверное. Да. Открывай. Давай. Ты мой сладкий, ты мой золото. Да? Дядек всяких водит здесь. И холодно тебе, да? Сейчас мы тебя укроем. Слушайте, а что вообще происходит? Мы уже знаете, сколько ждем вашего этого? Инспектора. Инспектора. На месте преступления, на которое, кстати, он не является. Нам сказали ехать сюда. Мы приехали. И битый час... С ребенком на руках здесь торчим. Ну я что могу сделать? Ну праздник же! Но у меня тоже праздник. Был. Был. До тех пор, пока мне его не испортили. Ну потерпите чуть-чуть, а? Ну мы же вас терпим. Это вы меня терпите? Вы меня терпите? Слушайте, ну вы даете, а? А, бедолага, занесло тебя в этот гребаный мир. Так, число и подпись.
Это все? Да, все. Ну и что же будет с ребенком? С ребенком? Передадим до малютки до выяснения всех обстоятельств дела. Да вы не волнуйтесь. Ваш ребенок в надежных руках. Отлично. Только это не мой. Да, действительно, не ваш. Забирайте. А, да. Вот так. Вот так. Ну все, вы можете быть свободны. Ага, спасибо. Так. Ну и куда мы с тобой? Посидишь, может? Нет. Не трогайте, не трогайте. Это директивы министра. А это статистика за прошлый квартал. Знаете что, давайте-ка уберите отсюда цветы. Мы его сюда положим. Слушайте, вы с ума сошли? Он перевернется и упадет оттуда. Да? Ну ладно. Тогда сюда. Вот так, давай. Да. Слушайте, вы, по-моему, совсем ничего не понимаете. Так, спокойно, спокойно. У меня здесь нет для детей места. У меня здесь вообще для меня места нет. Так что это все временная мера. Там за два часа с ним ничего не произойдет. Да, там пыль, грязь. Дайте его сюда. Ходит черт знает кто. Это что значит черт знает кто? Слушайте, а чего вы так беспокоитесь, а? Это же не ваш ребенок. Или ваш? Не знаю. И пока я этого не узнаю, он будет со мной. До свидания. До свидания. Ой-ой-ой-ой-ой. Катя, возьми, пожалуйста, трубку. Учти, я буду звонить до тех пор, пока ты не возьмешь трубку. Катя. Катя, Катя, Катя. О, черт. Кто там у нас? У, здравствуй, Игорь. Посмотри, кто это? Та-дам! Эй! Здорово. Паш, коляска. Ой, да, сейчас. Да. Оп. Привет. Привет. О, видал, а? Мы с подарками. О. Паш, ну где ты ходишь? Давай быстрее. Так. Вот, молодец. Вот. Ну вот и все. Все-таки есть в этом мире справедливость, да? Паш. Что? Ну что, ну что ты делаешь? Что я делаю? Я специально распашонки отдельно сложила, а ты все перемешал, как обычно. Я, между прочим. Так, спокойно, друзья мои. Это все мне? Да. Ты знаешь, как говорят древние, пироспера... Так, пироспера, иди лучше делом займись. Воду нагрей 38 градусов, не больше. Да, 38 градусов. Все, понял. Иди. Ой! Паш! Что? Ну что ты, ванночку переверни, как ты выходить-то будешь? Вот, правильно. Все надо контролировать, а? Хорошо, хоть вещи оставила, а то порвался выкинуть постоянно. И выкинул. Нос похож. И брови похожи. Не знаю, каких к черту брови? У него брови-то не выросли, Паш, нифига. Паш, ты за языком следи, ребенок же рядом. Да более много он понимает, а? Ты с педагогом не спорь. Говорят, по ушным раковинам видно. Ты ухо его покажи. Паш. Да что? Что с тобой происходит сегодня? Объясни мне. Что со мной сегодня? Слушай, ну ты уже не на работе, а? Так, ты как со мной разговариваешь? Знаешь, я уже никак с тобой не разговариваю. Я в машине подожду. Так, ты куда пошел? Игорь, ты запомни. Будешь его купать каждый вечер. Температура 38 градусов, не больше. Ты знаешь, ты запиши лучше. Сейчас. 38 градусов. Не забудь. На, держи. Thank you.
Я думаю, ты мне приснился. Ну, коляску купили, то есть привезли. Угу. Я спокоен, а то Светка все мозги проест. Тихо, тихо, тихо. Что такое случилось? На соску пососи. Ути, бубу, бубу. Че это с тобой? Чего-чего? Тест на беременность. Че? А, тест на отцовство. А, а. От тебя ж перегаром пасет. На километр. Слушай, здесь по поводу перегара ничего не написано. Написано, что курить нельзя за 2 часа до теста. А я не курю. Хотя такими темпами закурю. Слушай, я не могу до Кати дозвониться. Так вот, а мне очень нужно дозвониться. Я позвоню сейчас. Ее отцу. Посиди с Андрюхой, а? Не-не-не, мне с этим нельзя. Ты что, мне Светка в детстве Вику не доверяла совсем. Я тебе доверяю. Брат, мне нужна полная тишина. Ну что, я что, на крестную фею похож, что ли, а? Ты видал, а? Доверяет он мне. Ага. Видел? Игрушка, смотри. Ой. Здравствуйте, Игорь. Я думаю, нам не о чем больше с вами разговаривать. Я прошу вас больше не звонить ни моей дочери, ни мне. По всем остальным вопросам с вами свяжется наш адвокат. Дочка. Ну, все мы иногда ошибаемся в людях. Ну, ты ошиблась. Я ошибся. Но в следующий раз будем оба с тобой повнимательнее. Следующего раза не будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Ты знаешь, сколько раз я себе говорил это в жизни? Да, знаю, 4. Нет, ты многого не знаешь. Ну, ладно, тебе надо как-то развеяться. Сходить куда-нибудь. А? Куда? Ну, хоть куда. Ну, прогуляться, например. Слыхала? Это тебе звонит кто-то. Сейчас приду. Так, квитанция внутри. Угу. Завоз, это анализы так и убирают у нас. Что? Все будет готов 1 сутками. Забрать хочешь в лаборатории, хочешь электроником. А, электронка. Там я указал адрес. Саво, это было у вас удача, ма. Ой, нет, 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 что ты? Ой, 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 да все нормально, все в порядке с ним. Все, 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 все в порядке. Я тебе говорил. Ты бы сам лучше так ударился. Я тебе говорил, не давай мне ребенка. А ты будь другом, будь другом. Что будет? Че он так моргает? Дуй, потому что на него, вот и моргает. Не дуй. Дети, они не такие хрупкие, как может показаться на первый взгляд.
Меня тоже в детстве качели по голове ударило. Ничего, как видите. Это не помешало мне закончить вуз с высшим образованием. А шишка? Шишка рассосалась. Это ерунда. Просто лед приложите. Главное, следите за ним 24 часа. Вялость. Излишняя сонливость. Не очень хорошие признаки. Ну или заметь там, что у него зрачки разного размера. Глаза смотрят в разные стороны там. Спасибо. Ты хоть знаешь, который час? Слушай, какая разница? Я не знаю, что мне делать. Он так тихо спит, что я не знаю, дышит он или не дышит. Ну, не знаю, так не его в бок. Ага, я его 2 часа укладывал. Сейчас тебе свету дам. Свет. Свет. Да нет, Свет, тебя к телефону, Игорь. Там ребенок у меня то ли дышит, то ли нет. Господи. Алло. Пудреницу возьми. Свет, у меня нет пудреницы, Света. Ну, зеркальце возьми, оно должно запотеть от дыхания. Света, где я возьму тебе зеркальце и пудреницу? Ну, что-нибудь бы блестя... Кастрюлю возьми. Кастрюля есть у тебя? Да, есть. Ну, соска зашевелилась. Поздравляю. Все нормально. Перезвоню. Паш? Паша, Паша. Спи. Бонжур, мадам профессор. Поздравляю. Вы бабушка. Пип. Добрый день. А Катя... Ах. Прошу. Да. Детей и собак нужно воспитывать в строгости. Кнут, кнут, кнут и никакого пряника. Просто я не понимаю. Я же помню, что я положила все рекомендации в сумку. Вот куда они делись? Нет, ну просто мистика какая-то. А вы верите в мистику? Не переживайте вы, это наследственное заболевание путем полового сношения. Половой путь – это шутка. Дорожные расходы под номером 5. Оплачиваемый отпуск 6, 7. Сверхурочные по двойному тарифу. Разведем тебя, как нечего делать. Ты даже ничего не почувствуешь. Почитай отзывы на моем сайте. Там все честно написано. Никакой саморекламы. Высочайший профессионализм. Тончайший психологизм. Нечеловеческая стрессоустойчивость. А в твоем случае все это еще и бескорыстно. Ну почему бескорыстно? Я заплачу. Нет-нет. О гонораре даже речи быть не может. За удовольствие не платят. А...
Это чей след? Медвежий? Медведь? А откуда здесь медведь? Юра! Юра, подожди! Так. Правда? Я даже не знаю. А прощаться просто. Валейкум ассалам. Эй, Игорек. Привет. Куда ты его принес? Никуда. Пусть посидит у меня в кабине. А если орать начнет? Не начнет. Смотри, сколько у меня для него сюрпризов. Ну ты даешь. В сложившихся обстоятельствах мы с радостью констатируем. Наш многолетний партнер, ты опять за свое? Наше руководство заявляет, что ни при каких обстоятельствах... Вон бардак, пожалуйста. И наше дальнейшее сотрудничество в дальнейшей перспективе прогнозируемо транслируется в полный бардак. Так, что мне с тобой делать? Ты добился своего. Игорь, офигел ты, что ли? Андрюха. Ну ты даешь. Поздравляю, коллега. За 7 минут сорвал переговоры. Я не знаю, что мне с ним делать. Чудесный. Нам бы такого. Да? Держите. Да что вы? А чего вы смеетесь? Держите, дело с концом. Пока тебе подгузники менял, цветы в туалете забыл. Андрюш, ты опять? Снова подгузники менять? Ты издеваешься, что ли? У меня сейчас будет важный разговор, понимаешь? Так что сейчас давай без всяких слюней, отрыжек и пуков. Пожалуйста, Андрей. Да, хорошо. Сейчас отнесу. Угу. Кать, Кать, Кать! Зачем ты сюда пришел? Нам нужно поговорить. Я не могу. Не сейчас, у меня работа. Кать, ну... Послушай, ты должна встать на мое место. Должна? Нет, я тебе ничего не должна после нашей идеальной свадьбы. Я тебя видеть больше не хочу, понимаешь? Я просто хочу все забыть и понять, как мне жить дальше. Я хочу ровно того же самого. Давай сделаем это вместе. Что сделаем? Подумаем, как нам жить дальше. Все вместе. Это невозможно, мне нужно идти. Катя, пожалуйста, давай поговорим. Хорошо, не здесь, не сейчас, позже. Кать, пожалуйста. Опять уделся. О, Господи, Кать! Боже ты мой. Ну, у него такое бывает. Thank you.
решетке. Марш на площадку. Тебе что надо? Ищешь чего? Или мимо проходил? Мимо. В общем, Паш, я не знаю, что делать. Правда, не знаю. Но в дом ребенка я его не отдам. Может, в другое агентство обратиться? Сколько ты нянь посмотрел? 36. О, это показательно. Надо искать не няню, а маму. Я даже не знаю, сколько ему месяцев. Ну, Светка думает, 7 от силы 8. Светка. Ну, если вдруг он родился тьфу-тьфу-тьфу, недоношенным. Тьфу-тьфу, недоношенным. Ну, плюс-минус 2. Сейчас у нас декабрь, отнимаем 13-17 месяцев. Получается, июль, август, сентябрь, октябрь позапрошлого года. Вот вспоминай. Дина. Дина. А, это Катина подруга, что ли? У тебя это самое, бумажка есть? Нет, только влажные салфетки. Надо тебе? А. Не, сейчас что-нибудь найду. Места хватит? Да хватит. Так, один. Так. Дина. Записал. Полина. Полина, Полина. А, такая, серая мышка, да? Да. Что-то не нашел. Не знаю. Потом, ну, это девушка, которая актрисой хотела стать. Ляля, Лёля, Лола. А, это дискотека, которая. Да. Слушай, даже не помню фамилию. Я тоже не помню, как ее зовут. И адреса. Да, это проблема. Ну ладно, запишу тогда. Ляля, Лёля, Лола. Ляля, Лола. Так, 4. Все. Как все? Да это вообще ничего. Считай девственник. Ну, ты докажи, Катя. Да, женщины такое не поймут. Ну, хорошо. Держи твоих мам. О, мне пора. У меня у Вики день рождения сегодня. Ой, дырявая моя голова. Ага. Ну что, везет. Взрослая дочь. Да, не успеешь оглянуться, как твоему тоже 19 стукнет. Как говорится, шершеля мам. Давай. Давай. Андрюха, я замерз. Пойдем отсюда. Не реви. Мама скоро придет. Отлично. Испортил папе свитер. Так тебе и надо. Ты еще мартини ему закажи. Я показал ему меню, он ткнул пальцем. Не ожидал, что ты придешь. Да что ты. Разве я могу упустить шанс насладиться твоим отчаянием? Да, Алеш? Андрюша. Неважно. Значит, тест на отцовство оказался положительным? А ты откуда знаешь? А с чего тебе со мной встречаться? Ну, как ты с Катей поступила, так опозорить ее перед родными и близкими, ты бы видела ее лицо. Не хотела бы я оказаться на ее месте. А твоя морда какая была! Загляденье! Дура, я надо было фоток наделать. Вы что-нибудь желаете? А можно не стоять здесь? Пожалуйста, попозже подойдите. Да, конечно. Спасибо большое. Че смотришь на меня? С ребенком сравниваешь? Да я бы не стала тебя рожать даже в самом страшном сне. Ты же примитивный, бессовестный, безмозглый, полный комплексов болван. Изображаешь из себя мачо, а на деле боишься женщин, как последний трус. Только и можешь нагадить душу и свалить. Привык все на халяву. Да ты посмотри на себя. Ты же нормальную женщину удовлетворить не можешь. Ни морально, ни физически. Ты лживый. Развратный? Бессовестный эгоист, не способный отвечать за свои слова и поступки. Вот и получай по заслугам. Андрюша! Засранец. Молодец, Андрюха. Че? Подожди, нос. Подожди, у тебя там газявки какие-то. Газявки рот вытираем. Давай мы
Теперь руки протрем. И все. Так, кто там звонит? Алло? Добрый день. Вас беспокоит участковый Карасев Сергей Михайлович. Ну, наконец-то, Сергей Михайлович. Ну что, вы нашли мою маму? Нет, мы потеряли ваше заявление. Вам надо бы прийти и написать снова. До свидания. До свидания. И тогда я просто испепеляю его взглядом и говорю: так тебе и надо, козел. Ну, или что-то типа этого. А, дура я, надо было на диктофон тебе все записать. Ну, а он-то что сказал? Что он сказал? Угу. Ну, а что он мне может сказать? Он заплатил за мою испорченную блузку и ушел. Очень мило с его стороны. Мило? Да ладно, мило. Еще бы он мне не заплатил. Я такой скандальчик устроила. Давно не была в таком ударе. Ты знаешь, чувствую себя как после хорошего фитнеса. Умыла мужика и за тебя, и за себя. Жаль только, что таким подонком, как он, вот по большому счету, все по барабану. Ну, ты подожди. Может быть, он не такой уж и подонок. Ну, получается, что мы с ним не были знакомы, когда был ребенок зачат. Зато мы с ним были знакомы. Меня он бросил ради тебя, а тебя он бросит еще ради какой-нибудь дуры. Скажи спасибо, что это сейчас с тобой произошло. Что ты не успела ему нарожать троих детей и надоить 1000 литров молока. Превратиться в толстую, старую, целлюлитную корову. Чего молчишь? Ты что, не рада, что я за тебя отомстила? Ну... Это же мой паспорт. Это же был мой паспорт. И моя прописка. Вот что ты хнычешь? Это я должен хныкать и плакать. Что мне с этим теперь делать? Ё-моё. На, теперь рви. Что еще делать? Плюй везде здесь. Привет. Я так рада, что ты позвонил. Знаешь, я все время думала о тебе. А неделю назад ты мне даже приснился. Правда? Правда. У тебя что-то случилось? Я сейчас приеду. Эй, возьми. Привет. Ух ты. Спасибо тебе большое. Да не за что, ерунда. Не стоит благодарности. Люди должны помогать друг другу. Верно. Просто мало кто об этом знает. Ну да. Оп! Чик-чик-чик-чик-чик! Эй! Ты прям профессионал. Ну да, у меня две младших сестры, я на этом собаку съела. Послушай, у тебя такой чудесный сын. Он так похож на тебя. Он такой же красивый, веселый. Жалко, что не от меня. Держи. Почему ты ничего не ешь? Что, невкусно? Нет, вкусно. Я давно такого вкусного не ел. Просто устал. Ты устал? Ты устал? Иди отдохни, я здесь все уберу, помою. Вымою Андрюшу, уложу его в кроватку. У него нет кроватки. Он спит в коляске без колес. Ну ладно, я уложу его в коляску без колес. А, Андрюш? Я пойду. Да, конечно. Не беспокойся. Опа, соска, оп. Так, ты куда? На работу. Подожди, сегодня же воскресенье. И Крысюк обещал заехать. Ну, в смысле, Юга. Да я знаю, знаю, пап, но у нас полнейший аврал. У нас полиграфисты запороли весь тираж. Так что извинись перед ним за меня. Чао!
О, господи! Что случилось? Ой, ты что здесь делаешь? Ну как что, я убиралась до часу ночи. У тебя там что-то стухло в холодильнике. Потом Андрюша всю ночь плакал, мне пришлось его покормить. Мне нужно было лечь на полу? Нет, не на полу. Ты бы меня просто разбудила. Я, ну, сам бы лег на полу. Ты что, голая? Ну, конечно. У меня ничего нет с собой. Отвернись, пожалуйста. Давай лучше ты отвернись, а я схожу, принесу тебе кофе. Полин, не надо никакого кофе, пожалуйста. Отвернись. Ну, хорошо, я отвернулась. Послушай. Полин. Послушай, я понимаю, что я тебя недостойна. Я обыкновенная серая мышка. Ты достойна лучшей женщины. С тобой должна быть красивая, умная, сексуальная, обаятельная. Но сейчас ситуация изменилась. У тебя есть ребенок. А в таких ситуациях я могу быть очень даже ценной. Я хорошо готовлю, убираюсь. Я очень тебя люблю. И самое главное, я люблю Андрюшу. Угу. Послушай, давай поженимся. Полин, слушай. Игорь, я тебя очень прошу, давай поженимся. Я тебя очень внимательно слушаю, очень. Полин, смотри, значит так, я сейчас иду в ванну. Так, в ванну, хорошо. Чищу зубы, умываюсь. Ага, умываешься. А ты оденься. Да, конечно, ладно? Я оденусь. Оденься, и я приду, и мы поговорим. Поговорим о чем? Такой маленький. Пойдем, ням-ням, мой хороший. Пойдем, пойдем, мой маленький. Сейчас, сейчас, мы уже идем. Оп. Здравствуйте, я. Здрасте. Полин, кто там? Извините. Кать, Кать, подожди, Катя! Игорь, ты куда? Кать, постой, пожалуйста, Катя! Что это такое? Как? Мам, ты вернулась? Только не спеши радоваться. Я ненадолго. Вижу, отцовство тебя совсем подкосило. Подкосило. Послушай, спасибо тебе большое за все. Это была лучшая ночь в моей жизни. Да, и тебе спасибо. Послушай, спасибо. Может, ты все же передумаешь? Он не передумает. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Игорь, я хотела тебе сказать. Мам, ну вообще это было грубо. Грубо? Я пыталась полчаса ее выставить за дверь. По-моему, у порядочной женщины должно быть чувство гордости. Кстати, а где твои чемоданы? У порядочной женщины их было 5. Они в гостинице. Было бы нетактично обременять тебя лишними хлопотами в подобной ситуации. Все-таки ты не хочешь становиться бабушкой. Мам, подержи, пожалуйста, Андрюшку. Я ему носочки. Нет, 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 твой сын только что мне чуть сережки не оторвал вместе с ушами. Ага. Твой внук похож на тебя. Ему тоже нравятся хорошие камушки. Да? А ты прекрасно с ним справляешься. Просто приятно посмотреть. Спасибо. Я думал, ты приехала дачу продавать, а на самом деле хвалишь мои отцовские навыки. Твой отец хотел, чтобы я никогда ни в чем не нуждалась. Нет, если, конечно, ты против. Мам, мам, мне абсолютно все равно. Единственное, что я не понимаю, зачем тебе понадобились срочно деньги? Как зачем? Игорь, ты знаешь, сколько вот это все стоит? Мам, ты прекрасно выглядишь и безо всяких... Ну-ну-ну, между прочим, изо всяких вот этих, как ты выражаешься. Я не превратилась в дряхлую старушку. А женщине моего возраста прилично выглядеть – это тяжелый каждодневный труд. Я просто спросил.
А, кстати, в тех кругах, в которых я сейчас вращаюсь, очень много интеллигентных и состоятельных мужчин. Может быть, я опять выйду замуж? Твой отец всегда говорил, что я рождена для графского титула. Да. Тише, Андрюшка, тише. А то целый вечер придется слушать их дипломатическое прошлое. Мне кажется, здесь уже, конечно, одной дачи не обойтись. Игорь, скажи, а тебе старый наш гараж нужен? Ну… Был. Опаньки. Спасибо. Ну, и где тебя носит? Это кто? Услуга «Трезвый водитель». Угу. Держи, услуга. Спасибо. Ну, может, ты скажешь, где была? На работе. Только не надо мне врать. Тебя там не было. И никакого запоротого тиража тоже не было. Да? Ну и ладно. Нет, не ладно. Ты сегодня с ним виделась? Я имею право знать, что происходит. Он мне сегодня раз 15 звонил. Пав, внеси в черный список. Подожди. Знал, что у французских графьев настолько утонченный вкус. На, не ерничай. По-моему, нормальный сувенир, а-ля Рюсс. А все-все-все, нет-нет-нет, не провожайте меня дальше. Я не люблю эти долгие проводы, тем более у меня уже… О, такси через 5 минут. Мам, мам, как только приземлишься, сразу позвони, хорошо? А, да-да, конечно. Конечно, конечно, все-все-все-все-все, бегите, бегите. Давай. А то сейчас грипп кругом, не дай бог, заразу подхватите. Андре, Андре, ревуар. Уи, мама. Ну, целуй. Все, пока. Ревуар. Пока. Чао. Пока-пока. Так, Андрюха, а теперь нам нужно решить вопрос жизни и смерти. Сейчас вы у меня получите. Оба. Спокойно. Поедем. Thank you.
Спокойно, Андрюха. На кону вся моя жизнь. За развод? Нет, за развод я пить не буду. Тем более, никакого развода пока нет. Развод будет? Фирма гарантирует. Я не хочу об этом думать. Давай лучше выпьем за то, чтобы наша дальнейшая жизнь была такой же спокойной и приятной, как этот обед. Ты что здесь делаешь? Я что здесь делаю? Это ты что здесь делаешь? Ты, между прочим, все еще замужем. Да неужели? Ты, по-моему, тоже женат. Но это не помешало тебе уложить в постель другую женщину. Да никого и не укладывал. Катя, позволь мне тебе все объяснить. Так, я не позволю. Так, Катин адвокат, я требую, чтобы ты немедленно исчез отсюда. Этот столик зарезервирован адвокатской конторой Красюк и партнера специально для деловой беседы. Это ты мне не позволишь? Катя все еще моя жена, и мне с Катей нужно поговорить отдельно. Катя, пойдем отсюда. Сиди. Что? Игорь, куда ты меня ведешь? Игорь, куда ты меня ведешь? Ну, простите. Кать, пожалуйста, сядь в машину, ты простудишься. Правда, между мной и этой женщиной ничего не было, она просто няня. На ней была твоя рубашка. Ну, я не знаю, зачем-то она делала эту рубашку. Но я ее уже уволил. Слушай, почему ты все время врешь, а? Потому что, если я скажу тебе правду, ты не захочешь меня видеть. Я тебя и так видеть больше не хочу, так что давай, валяй, говори. Катя, немедленно садись в машину. Теперь все переговоры с противной стороной буду вести я. Катя, я ищу маму Андрюшки. И я составил список. Там есть три имени. Опять врешь? Нет, хорошо, четыре имени. Но все они были до тебя. Да, кроме той, в рубашке. Она была после. Да не было ее после. Я позвонил ей, а она пришла. Наготовила всяких вкусностей. А я очень устал, правда. Я не спал целую вечность. Очень устал. Она сказала, иди поспи. Я пошел поспать. А когда проснулся, она уже была рядом. Правда, между нами ничего не было. Я сказал ей, что люблю только тебя, честно. Я все сказал ей, она ушла. Я выгнал ее. Я должна этому верить? Да, потому что это правда. Катя, ты сама себе делаешь хуже. Слушай, ты дашь нам поговорить или нет? Ты дашь нам поговорить или нет? Катя, я люблю тебя, только тебя. Пожалуйста, вернись. Игорь, ну я так не могу. Ты хочешь, чтобы я к тебе вернулась, чтобы разделила твои заботы о ребенке, полюбила его как своего собственного, а потом появилась его мать, и что? Мы просто отдадим ей ребенка? Или будем с ней судиться, или я не знаю. Может быть, заживем шведской семьей? Я не знаю. Найди ее, Игорь. Это единственный выход. Поехали. Нет, я все-таки люблю детей. А кто же их не любит по скайпу? Не изви. У меня с материнским инстинктом всегда было плохо, но я работаю над этим. Давай, кто там у тебя дальше по списку? Так, Лёля, Ляля или Лола? Лола. Ну и где ты ее подцепил? В баре. В баре. Значит, мой внук был зачат в состоянии алкогольного опьянения? Двухстороннего, острого алкогольного опьянения. Кстати, не факт, что зачат. Надо спросить барменов, постоянных посетителей. Этого бара уже нет. Ну, тогда плохо дело. Эта ниточка нас никуда не выведет. Ну, а Вика? Слушай, ну нет, ну как-то не верится. Правда, Паша мой лучший друг, я знаю про него все. И уж, конечно, бы знал, если бы его дочь была беременна. Ну, по крайней мере, от кого-то из них двоих точно. Правильно? Нет, неправильно. Вика могла, между прочим, крутить два или больше романов одновременно. Она тогда могла не знать, кто отец. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Хорошо, но почему тогда Паша держал все это в тайне от меня? Ну, очевидно, потому что он стыдился за свою дочь. Ну, какой стыд? В России три детей рождаются вне брака. Ты у меня в 19 веке живешь, да? Я? Нет. А вот Павел? Нет, мам, это полная ерунда. Тем более Вика училась в то время в Англии. Ну, в тот момент, когда Андрюшка должен был родиться. Конечно, конечно. Вот учеба как раз и была официальной версией. Там родился Андрюша. Я просто даю голову на отсечение. Мама? Мари. Je suis prêt pour vous. Oui, oui, bien. Игорь, познакомься. Это мой друг Николя. Николя.
Fils Igor. Oui. Привет. Salut. Привет. Ну вот, поэтому я не знаю. Теперь сдавать. Привет, любимый. Как малыш? Привет. Все в порядке? А мы прогуляемся? А, с тобой куда угодно. Пока. Девчонки, пока. Ты уезжала в Англию на полгода. И я подумал, что, ну, может быть, ты вовсе не училась, занималась чем-то другим. Слушай, я на самом деле занималась там чем-то по большей части другим, но не тем, чем ты думаешь. В общем, детей я не рожала. А я и не надеялся. Слушай, ты обязательно найдешь ее. Ты хороший. Конечно, зануда, как мой папа, но все равно хороший. И все у тебя будет хорошо. Угу. Угу. Сейчас, подожди секундочку. Алло? Алло, да, слушай, я в парке. Пройди чуть дальше. Вот, я, видишь? Все, целую, папуль. Пока-пока. Это кто, Паша? Да, папа. А зачем ты ему сказала, что мы здесь? Ну, вот все, черт. Теперь он обо всем догадается. Сейчас, секунду. Сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас, подожди, тихо. Привет. Привет. Привет, малыш. Привет, пап. Привет. А ты что здесь делаешь? Слушай, ты можешь меня поздравить, я прошла собеседование. Теперь я няня Андрюша. Ты Андрюшкина няня? Угу. Ты чего так удивляешься? Ну, как-то это странно. Ничего странного. Ну, ты же хотел, чтобы я стала более ответственная. И я вот и решила последовать твоему совету. Да? Да. Решила совету последовать? Да. Это, конечно, хорошо. Хорошо. А это что такое? Слушай, да это... А? Ну-ка. Это мусор. Можно выкинуть. Вика? В смысле? Да? Вика. А что в этом такого? Это другая Вика. Ну что, Вик мало, что ли, в Москве? Да я тебя сейчас... Так, Паша! Подожди, Паша, спокойно. Паша, успокойся. Дыши. Быстрее скорую вызывай. Быстрее, Паша, держись, Привет. Я фруктов привез. Ничего от тебя не нужно, уходи. Я хотел... Мне плевать, чего ты хотел. Знаешь, есть преступники, с ними легко, их можно за решетку посадить. А есть обычное человеческое дерьмо, и не знаешь, что с ним делать. Выкинуть нельзя, и распознать, главное, невозможно. Не нужен ни ты, ни фрукты твои. Убирайся. Слушай, ты прости мою маму, ладно? А то как-то... Чего прощать? Она права. Я действительно обыкновенное человеческое дерьмо. Способное причинять людям только беспокойство. Нет, слушай, я сама во всем виновата. Я постоянно делаю какие-то глупости, потому что, не знаю, достали все уже. Что врачи говорят? А они уверяют, что он скоро поправится. Он неплохо выглядит, и я с ним даже поговорила. Я сказала, что ты тут ни при чем, что я сама затащила тебя в постель силой. Ну, сил-то немного понадобилось. Совсем чуть-чуть. Ну, я этого, конечно, не сказала. Слушай, держи, я тут себя вычеркнула. Так что, удачи. Спасибо. Пока. Пока. Таким образом, все имущество супругов ограничивается лишь подарками, полученными ими на свадьбу. В том числе, кастрюля Цептер вместимостью 3 литра, дизайнерский кованый мангал, набор хрустальных бокалов для шампанского, скульптура «Вечная любовь», стиральная машинка «Индезит», сервиз китайский фарфоровый на 12 персон, пылесос моющий, планшетный компьютер, 3 штуки. Игорь, нам надо поговорить. О чем? Ты, по-моему, все решила. Вот именно. Все решено. Разговаривать больше не о чем. Пойдем, Кать. Нам еще надо поужинать, сдать вечную любовь на аукцион.
Отец одиночка, я думаю, найдет чем заняться. Катюх, подержи. Гад! Подожди, Катя, я с ним разберусь. Ну все, ты меня достал. Где мой сын? Я хочу знать, куда вы дели моего ребенка! Что ты орешь? 5 суток захотел? Я хочу знать, куда вы дели моего ребенка. Твой ребенок с матерью. С какой матерью? А у него что, их много, что ли? Как ее зовут? Вон орёт пошел. Вообще уже! Как ее зовут-то? Подгузники 3 штуки. Паильник с трубочкой. Погремушка. Азбука для родителей. И печенье. Расти большой. Проверяй. Расписывайся. Погремушка. Новая. Да. Вкусная, наверное. Имеются разногласия, которые нам предстоит преодолеть. Сегодня я могу с уверенностью сказать, без преувеличения, что мы двигаемся в нужном направлении. Я надеюсь на продолжение нашего диалога и дальнейшее укрепление взаимоотношений. Спасибо. Как себя чувствуешь? Да. Ребенок-то как? Ничего, нормально. Ну что, придешь ко мне на свадьбу? Рад, что у вас с Катькой все наладилось. А уж как я рад. Свет придет ко мне на свадьбу? Тут я ничего обещать тебе не могу. Ты же знаешь Света. Ну да. Она такой человек. Раз оступишься, потом пиши пропало. Приношу вам свои глубочайшие извинения. Выбирай выражение. Ты что, посла мира синхронишь, что ли, а? А с Андрюхой что, Катьки сидит? А да. Хорошо устроился, брат? Не говори. Ну что, нравится? Галстук взять? Ну, мне не очень нравится. Знаете, я бы еще что-нибудь померил. Мне кажется, великовато немножко. Ну, тогда вы можете пройти и примерить следующий костюм. Вы можете принять принципиальное решение. Угу. Хотите ли вы френч, фрак, смокинг, визитку или классический свадебный костюм? Угу. Так, Андрей, надо принимать принципиальное решение. Слышишь? Что выбирать будем? Давай вот эту мишку возьмем. Давайте, да, мы вот это примерим. Хорошо. Угу. Так, давайте, мы пойдем? Меритесь. Иди ко мне. Вот. Пойдем. Пойдем, тетя нам с тобой сейчас что покажет. Thank you.
Ну? Ну, прям жених. Да. Нам не маму, а невесту пора искать. Ну что, вам оформлять? Да, мы возьмем. Хорошо. Ты будешь носить? Да. Думаешь, найдешь его по фотографии? Угу. Уже нашел. Звонил в журнал, узнал название модельного агентства. Пришел туда, представился продюсером. Зовут ее, кстати, Лера, а не Ляля, Лёля, Лола. Так может, это не она? Она. Я как увидел фото, сразу все вспомнил. Она, кстати, ребенка недавно родила. Так что все сходится. Так ты что, с ней уже встречался, что ли? Завтра у них какие-то съемки. Агент сказал приехать в перерыве. А Катя в курсе? Катя не в курсе. Как-то не получилось ей сказать. А сейчас тоже как-то не получается. По-моему, ты делаешь большую ошибку. Прошлое. Иногда его лучше не касаться. Я серьезно, Игорек. Твоя жизнь наконец наладилась. Ты женился на Кате, у тебя все хорошо. Зачем ворошить осиное гнездо, а? Затем, что я не люблю, когда меня пользуют как безмозглую пешку. Я хочу контролировать процесс, ты понимаешь? И понимать, что ждать мне от завтрашнего дня. Ты думаешь, на свете есть хоть один человек, который знает, чего ждать от завтрашнего дня? Да никто ничего не знает. А те, кто пытается контролировать ситуацию, становятся еще большими пешками, чем простые обыкновенные мы. Все это красивые слова. Я говорю о будущем своего ребенка. Но я тебя, брат, предупредил. А сам поступай, как знаешь. Простите, пожалуйста, вы не подскажете? Спасибо. Так, еще раз. Ага, отлично. Повернись. Молодец. У нас здесь это, не музей. Так. Простите, что? Все, прощаю, на выход. А, все, понял, понял. Давай, я пошел. Еще вот так руку. Ага, давай. Девчонки, фотосессия просто супер. Мне так понравилось. Я перенервничала, устала. А фотограф, ну просто класс. Всегда пока. Ну что, соскучился? Куда ты едешь? Ты же мне выезд перегородил. Уезжай, уезжай! Стой! Поехали! А мне Москва не знать. Я знаю, вот за тем джипом. Давай! Что будешь делать? Ничего, поехали обратно.
Привет. Привет. Что делаете? Кушаем. Кушаете? Папа пришел. Ну-ка. Ух ты. Ух ты. Да. Кто же у нас такой голодный здесь живет? Свадебных подарков. Кстати, хотела рассказать тебе это. Скоро начинаем. А мы никуда, никуда не спешим. Уй, Маша. Скажи, ты правда считаешь, что я твой идеал? Да, я в этом уверена. Угу. А Красюк? Нет, вряд ли. Он что-то совсем окрысился. Прислал мне счет за развод. Хм. Ну что же, до встречи под венцом дубль два. До встречи под венцом дубль два. Я тебя люблю. Я тоже тебя очень люблю. Очень-очень. Ты опять не надел галстук? Да. Хотя я начинаю подозревать, что дело, в общем-то, и не в галстуке. Ну, конечно, в галстуке. Но не в физическом, а как бы это в метафизическом. Так, не пугай меня. Что значит метафизический галстук? Ну, понимаешь, человек всю жизнь может проходить в наглухо застегнутой рубашке, в накрахмаленном воротничке. Понимаешь? Понимаю. Света придет? Не, брат, Свет не придет. Я ж тебе говорю, для нее только черное и белое. Идет коза рогатая. Жених и невеста, обменяйтесь кольцами. Объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать невесту. Горько! Слушай, я тут все думала. В общем, наверное, я тогда как-то погорячилась, что ли, наговорила чёрт-то чего. Ну, ты знаешь, мне было обидно и за Катю, и за себя. За себя, конечно, обиднее. Ну, короче, давай, может быть, это забудем все и забудем. Забудем и... Сотрём всё нафиг. А что, может быть, останемся друзьями? И как ты думаешь, у нас получится? Да, получится. Нет, это забей. Мам. Игорёша. Ты покормила Андрюшку? Боже мой, я собиралась. А он взял ласточку и уснул. Но я обязательно покормлю. У него столько впечатлений. Столько впечатлений. А там он? Пойдем покормим Андрюшку. Пойдем. Где он? Дорогой Игорь, я совершил большую ошибку. И поняла это только сейчас. Я забираю Андрюшу, прости меня за все. Спасибо, что позаботился о нашем ребенке. Я знаю, где он. Ты должен был мне сказать, Игорь. Да, должен был. Пойдем. Здрасте. Вы, наверное, дверью ошиблись. У нас тут все ошибаются. Нет, мы не ошиблись. Я вас знаю? Ты меня знаешь. Иван. Так, не валяй дурака. Где мой ребенок? Игорь, ты что здесь делаешь? Да какое твое дело вообще? Уходи! Да стой же ты! Пропустите же! Куда ты пошла? Куда ты идешь? Андрей! Что вам надо? Не надо туда идти! Не надо туда идти! Стой! А ну стой! Куда ты идешь? Стойте!
Это не Андрюша. Да, какой не Андрюша? Андрюша? Это мой сын. А где же Андрюша? Может быть, Андрюша старше, чем мы думали. Ты ведь тоже поздно начал ходить. Да и говорить тоже. Но когда уже начал говорить, то сразу целыми предложениями. Мы тогда с папой так удивлялись, как будто взял кто-то экран, открыл. Ну, вспомни. Может, у тебя была какая-нибудь другая женщина? Может быть, это все-таки Дина? Или Полина? Или все-таки Вика? У тебя же нет доказательств никаких, кроме их слов? Я ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Все будет хорошо, старый чок. Машери. Просто хотелось набраться побольше впечатлений. Нет, ну не потому, что я какой-то там Дон Жуан в юбке, а ну, потому что мне однажды придется выйти замуж, а в браке-то вроде как все уже. Нет, ну то есть я не знаю, конечно, по-разному бывает, но я сижу по своим родителям. Они у меня такие правильные, что просто застрелиться хочется. А если я через пару лет тоже стану такой же занудой? Не, ну... Гена, это вообще страшная штука. А я тут при чем? Да сколько раз вам можно повторять? Не спала я с ним, не спала! Ну, максимум зашла к нему в квартиру. Я так мечтала от него забеременеть. Вы знаете, я даже однажды заперлась в ванной и проколола презервативы иголкой. Но с моим-то везением. Думала удержать его с помощью ребенка. У меня так ничего не вышло, но зато, похоже, забеременел кто-то другой. Ну, у нас с Игорем были сложные отношения. Но это, естественно, мы с ним оба сложные люди. А потом он на одной вечеринке познакомился с моей подругой Катей. Она простая, с ней не надо привыкать, ну, к интерфейсу. Понимаете, о чем я? Садись. Паша? Что случилось? Говорят, чистосердечное признание облегчает вину. Так. Ну что, вот у нас готовы результаты графологической экспертизы. Вы должны понимать, что наши выводы не являются стопроцентными, а всего лишь вероятностными. Да. Почерк был действительно изменен, но автором обеих записок была не женщина, а мужчина. Мужчина? Мужчина? Соучастник. Что касается психологического портрета, то этому человеку свойственна эмоциональность, общительность, высокая степень адаптивности к внешним обстоятельствам. Такие люди часто становятся подкаблучниками. Они трусливы и не способны нести ответственность за собственные поступки. Все, спасибо. Благодарю. Позвольте, я взгляну. Иди уже. Да быстрее. Да иду я, иду. Давай. Давай, повторяй то, что ты мне сказал. Это я. Так, что, что ты? Говори. Отец ребенка. Подожди. Я сдавал тест ДНК. Это я сдавал тест ДНК. Ну зачем? Зачем ты мне его купила? Ты же знаешь, я ненавижу эти галстуки. И ты всегда поступаешь так, как тебе хочется. Паш, потому что так надо. Являться на свадьбу без галстука неприлично. Ладно. Ладно. Я его надену. Я надену. То есть какая-нибудь ерунда случится, виновата будешь ты. Договорились. Увидимся на свадьбе. Да.
Договорились. Дорогой Павел, это твой сын, его зовут Андрюша. Я попал, а попал! Боже мой, ерунда, он совершенно на тебя не похож. Вообще никакого сходства. Да? Как говорится, шершеля мам. Давай. Давай. Мама Андрюшки решила его вернуть. Угрожала с полицией прийти. И, в общем, она в машине сидела, пока вы там женились. Я потом взял его тихонечко и ей отнес, а тебе снова записку подкинул. То есть ты, Игорь, подкинул мне ребенка в день моей свадьбы? Да я испугался, брат. От страха совсем голова перестала соображать. Ну, как будто кто-то взял мозг и вынул, понимаешь, и положил где-то рядом. Ну, не осталось там ничего, пусто. И одна только мысль была. Я вообще не знаю, как она туда попала. Эта мысль. Что, мол, ну, Катька, она тебя простит, а Светка меня никогда. Удивительно, как после стольких лет ты меня совсем не знаешь. Андрюша! Ну, это мама Андрюша. Да. Это я ей позвонил. Просил Андрюшку принести. Вот. Слабенький чай. Давай. Размешай сама. Осторожно. А мама Андрюша пришла. А на сколько она оставит Андрюшу? На неделю. Здравствуйте. Здрасте. Вы что, вы посидите с Андрюшей? Да-да, конечно. Ты посмотри, кто пришел. Привет. Давайте мы тогда не будем его будить. Просто переложим, давай. Откуда у него ссадина такая? Ну, подрался, наверное. Спасибо, что согласились посидеть с ним. Я приеду через неделю. Ну, в крайнем случае, дней через 10. Всегда пожалуйста. Спасибо. Давайте я дверь закрою. До свидания. Давай-ка. Оп. Молодец какой. Ой. Сейчас пойдем спать. Огромный. Подрос.
Андрюшка, не замерз? Да нормально. О чем думаешь? Думаю о том, что теперь, когда мы пережили все, что мы пережили, нам уже ничего не грозит. Да, я думаю, мы с тобой никогда не расстанемся. Разве что... Разве что? Разве что не заведешь себе еще одного ребенка на стороне. На это у меня есть друг по имени Паша. Ну ладно, все вы одинаковые. Ну ладно, ой, ладно. Слушай, а ты заметил, что тот рыженький сын Леры был очень на тебя похож? Да не так уж и похож. Ладно, шучу. Замерз. Да. Слушай, а как думаешь, мальчик или девочка?